Железноводск – широко известный бальнеологический курорт Кавказских минеральных вод, расположен у подножия горы Железная на высоте 600 метров над уровнем моря в долине небольших рек Джеймук и Кучук. На территории курорта находится свыше 20 углекислых сульфатно-гидрокарбонатных кальциево-натриевых минеральных источников, активно применяемых в лечении заболеваний органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей и нарушений обмена веществ. Основную славу Железноводску принесли воды Славяновская и Смирновская. Их уникальный лечебный эффект можно сравнить разве только с Трусковецкой Нафтусей. Санатории Железноводска уютно разместились в неширокой лесной долине между горами Бештау и Железной. Как же прекрасны эти утопающие в зелени горные края! Именно тут находится единственный на Кавказских минеральных водах лесопарк естественного происхождения, поражающий разнообразием растений. Климат в Железноводске горно-степной, умеренно сухой, похож на альпийский. Чистый, насыщенный ионами воздух и густые дубово-грабовые и буковые леса создают на курорте особый микроклимат, благодаря которому вы быстро восстановите силы и почувствуете себя здоровым. Санатории Железноводска комфортабельны и оснащены самым современным оборудованием для комплексного лечения взрослых и детей. Применяются лечебные программы на основе природных факторов, целебных минеральных вод и иловых грязей Тамбуканского озера. Предлагаются и нетрадиционные методы лечения, например, ипотерапия и герудотерапия. Тихий и спокойный Железноводск уютно окутывает своей тягучей ленивой умиротворенностью. Иногда кажется, что время остановилось. Поэтому вдвойне освежающе, как пузырьки шампанского, действует на вас эклектичность городской архитектуры. Изящная Пушкинская галерея – одно из первых сооружений из готовых конструкций, таких как Эйфелева башня, соседствует с причудливым дворцом в восточном стиле. Летняя резиденция эмира Бухарского, порог которой он так ни разу и не переступил, является сейчас одним из корпусов санатория имени Тельмана. Здесь и сегодня можно полюбоваться роскошной отделкой потолков. Старейшая лечебница курорта «Островские ванны» возведена в мавританском стиле. Излюбленное место отдыха гостей Железноводска – курортный парк с живописными зелеными аллеями. По проложенным через парк Теренкурам можно подняться на самую вершину горы Железной. Интересно покорить близлежащие горы – Медовую, Тупую, Развалку. А на развалке самых любознательных ждет настоящее чудо – летняя мерзлота или пещера вечной мерзлоты. Здесь в летний зной под слоем мха можно найти пластинки льда, а температура воздуха на поверхности почвы всего 8 градусов тепла. Много еще чудес и тайн готов открыть вам Железноводск. А при желании можно познакомиться с соседними курортами. В окрестностях Кисловодска много любопытных достопримечательностей – гора Кольцо, скалы «Замок коварства и любви», медовые водопады. В Пятигорске вас ждут лермонтовские места, а также знаменитый провал. А можно отправиться в Домбай, чтобы увидеть поистине незабываемые красоты этого удивительного горного края. Современный аквакомплекс «Город солнца» с одинаковым удовольствием посетят и взрослые, и дети. Гостеприимный курорт «Железноводск» ждет вас в любое время года.